Эй, здравствуй, мой друг. Сегодня у нас такая неординарная обстановочка. Наконец-то в Москве погода наладилась, и можно спокойно курить кальян на летней террасе, которая выходит, собственно, с моей квартиры. Так вот, у нас сегодня на обзоре такой табак Думан. Вот в такой вот упаковке, и выглядит это не очень. Упаковка крутая, но как это все сделано, выглядит не очень. В плане того, что, открыв пакетик, тебе нужно либо пересыпать 100 грамм в контейнер, либо оставить его там, и как бы, ну, не совсем рентабельно, да? Засунуть обратно в пакетик, а вот такая получается вот хуйня. Ну, пиздец просто, да? Но не суть. Сейчас я расскажу вам про этот табак, что это такое, и, соответственно, расскажу, что я первый раз о нем подумал, когда он только ко мне пришел. Я думал, что это очередной Hard Effusion, думаю, сейчас будет дерьмо, буду блеваться и так далее, да, от этого жидкого никотина, переизбытка вот этой просто неординарной крепости, да, тяжести вот этой. Но мои надежды не оправданы, табак довольно-таки неплохой, я сейчас о него немного получше расскажу. Сейчас я курю вкус экстази, кто любитель Авзала и кто знает такой вкус у Авзала, как экстази, они поймут, что я курю, это клубника со сливками. Но здесь это больше малина со сливками, нежели чем сама клубника. Что из себя представляет этот табак? Он идет вот в такой вот реально красивой упаковочке, да? Но она превращается просто в лютое дерьмо, когда ты засовываешь обратно пакетик. Если он будет стоять неровно, вертикально, то эта вся хуйня с него вытекет. Табак довольно-таки жидкий по консистенции. Он похож на Hard, Fusion и всю остальную украинскую табачную продукцию. Но курица он гораздо интереснее, мягче, приятнее, и крепкость у него такая стабильная семерка. Я попросил прислать мне топы, именно только топы вкусов. И мне их прислали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вкусов. Это и, по ихнему мнению, это топ. На самом деле, вот их в ихнем топе только 3 нормальных вкуса из 7 вкусов, да? А остальное просто непонятное, извиняюсь за выражение, ну, химозное дерьмо, вот так вот сказать можно, да? Вот экстази, блядь, топ. Экстази топовый вкус, мне очень понравился. Идем дальше. У нас здесь есть такой вкус. Ice Current. Это смородина холодная. Тоже прикольный вкус, но прям супер-супер я его не отнесу. Более смородина какая-то, знаете, старинная. Старинная ароматика смородины, непонятная. И поэтому курить можно, но чисто в миксах. Чистыми она не очень пойдет и как бы не очень приятно это курить чистым. Идем дальше. Бейлис. Бейлис топ. Как и экстази, Бейлис это топ. Прям вот с алкогольной такой ноточкой, и очень прикольно залетает, плюс это крепкость. Также этот вкус не обладает вот этим шоколадным оттенком, как Fusion, Hard и все это остальное. Идем дальше. Cane Mint. На самом деле я видел просто многие обзоры на этот табак, и все смеялись. Ха-ха, типа закос под танш, блять, Cane Mint. Уважаемые люди, которые все это делают, пожалуйста, в начале любого обзора почитайте вообще, что такое Cane Mint. На самом деле Cane Mint это не танжевский вкус. То есть это не танж его придумал, а это Candy Cane Mint. То есть Cane Candy Mint это мятные конфетки, и в танжирсе Cane Mint неправдоподобен этим самым мятным американским конфеткам. Но в Думане они сделали этот вкус именно вот как эти самые конфетки. Можете погуглить, Candy Cane Mint, такие рождественские палочки изогнутые, мятные. Вкус прикольный, интересный. Идем дальше, у нас гуава. Бля, гуава дерьмо. Вкус крайне неудачный. Как таковой яркой выраженной гуавы нету. И либо той гуавы, которую охота покурить, в плане такую вот терпкую, не совсем приятную, но очень разбавляющий вкус, в этой гуаве это не так. Это более какой-то монотонный вкус, не совсем приятный. Как бы, ну, гуава не топ. Идем дальше, у нас осталось пару вкусов. Это
ананас. Ой, боже мой, блядь, это просто... Я не знаю, как это выразить словами, одни эмоции. Это как будто я на химическом заводе, и меня этим напаивают всем, да? А крайне химозный вкус ананаса. У них крайне не получилось его либо вырезать, либо заново перерабатывать. Идем дальше, и у нас остался... Ананас упал, так ему и надо. Кисоня, не подходи. И у нас есть последний вкус. Да, я весь вымазался. Это Nutty Dream. Это нац, орешки. Они как бы, да, более кондитерка, более такой горький орех. В чистую не очень залетает, но как бы такой прям хороший, терпкий, хороший орех. В миксах с другими табаками, с другими такими же кондитерскими вкусами подчеркивает очень грамотно, очень интересно. Собственно, вот и все вкусы этого табака именно по топу, да? Потому что я просил именно топ. Табак хороший, ну как, если правильно подобрать вкусы, будет круто. Но если покупать все вкусы, закрыв глаза, то вы нарветесь просто на дикую, такое дикое разочарование, я бы так сказал. Поэтому это табак Думан. Ссылочки на официального представителя по России я оставлю в описании. И также не забываю, у меня совсем скоро результаты конкурса, и ссылочку на конкурс я тоже там оставлю. Так что вот так, табак Думан, это да, дым, ставь лайки и подписывайся на канал.